В администрации Серпухова состоялось совещание главы Дмитрия Жарикова с руководителями муниципальных учреждений образования городского округа. На встрече присутствовали более 100 представителей школ и детских садов. Градоначальник обсудил собравшиеся проблемные темы и озвучил цели на ближайшие годы. Наша с вами задача до 2021 года вопрос второй смены полностью закрыть путем строительства школ, пристроек к школам. Вчера, к слову, об этом говорил и губернатор о своем ежегодном обращении к жителям. На встрече также присутствовали руководители компаний, занимающихся организацией питания для воспитанников школ и детских садов. Педагоги смогли решить проблемные вопросы и согласовать план работы в новом году.